В субботу, 13 апреля, в Твери начались общегородские субботники. Уборка зеленых зон проходит в рамках плана мероприятий по санитарной очистке города. Подробности далее. Для проведения первого субботника в московском районе Твери было выбрано 13 общественных мест. Число участников – более 350 человек. Среди первоочередных территорий было выбрано 5 зеленых зон в Южном, в том числе пустыри вблизи парка на улице Можайского и территории, прилегающие к областному роддому. Все подразделения, которые закреплены за администрацией Московского района, сегодня приступили к этому стартовому мероприятию. Уже на этой неделе приступили к уборке и дворовых территорий управляющие компании ТСЖ, ЖСК. Я знаю, что есть волонтеры. Надеюсь, что все вместе мы приведем в порядок наш город, наш любимый Московский район. В центральном районе Твери одновременно с уборкой видовых городских территорий проводилась очистка фасадов домов от граффити и незаконной рекламы. На территории центрального района сегодня убираются 4 территории. Это часть Парка Победы. Коллеги убирают за рекой Лазурь, правый берег ее. Также убирается Головинский вал и набережная реки Тьмаки вдоль дома Чайковского 1, корпус 1. Задействовано сегодня больше 60 человек. Всего в ходе первого субботника от мусора было очищено 22 территории. В уборке приняли участие служащие муниципальных предприятий и организаций, сотрудники УФСИНа, педагоги, студенты вузов и колледжей, а также местные жители, которые уточнили информацию в администрации своего района и присоединились к субботнику. Женя, хоть и ребенок, но активно помогает взрослым. Он пришел вместе с мамой, потому что хочет, чтобы в парке, где он привык гулять, стало красиво. Я собирал листья и складывал в мешки. Я брал палочки и носил их в кучу, чтобы наш парк был чистым. В рамках субботника было вывезено порядка 220 кубометров мусора. При благоприятных погодных условиях следующий субботник состоится 20 апреля.